Итак, сейчас Ярослав возьмет в руки ракетку и встанет к столу. Ему нужно будет одновременно играть и решать три сложнейших примера, которые я ему прочту, ну, в достаточно быстром темпе. Ярослав должен будет запомнить решение всех трех примеров и, сложив их, назвать нам сумму ответов. Если она окажется верной, испытание будет считаться пройденным. Ну, а противником спортивной части испытания станет 19-кратный чемпион России по настольному теннису, вице-президент Федерации настольного тенниса в России, 3-кратный чемпион мира по пинг-понгу Максим Шмырев. Максим, мы приветствуем вас. Вас устраивает стол, ракетка? Очень устраивает. Ну, отлично. Вы не будете решать математические задачи в это же время? Я так не умею. Но вы можете начать разминочную какую-то игру. Итак, первый пример. 3254 плюс 1978 плюс 2396 минус 4016 плюс 5132 плюс 8256, минус 6700, минус 7498, плюс 3285, плюс 9867, минус 1206, плюс 5937, плюс 7190, минус 2112, плюс 8947, равно... 34710. Это невероятно. 34710. Мы запомнили этот результат и переходим к следующему примеру. Второй пример. 57857 плюс 5734 минус 16374 минус 1650 плюс 49182, плюс 3015, минус 71296, плюс 9012, плюс 31418, минус 5705, плюс 23183, плюс 8416, минус 27291. Плюс 15825 равно 81326. 81326. Это был результат второго примера, по мнению Ярослава. И мы переходим к третьему примеру. 87192 минус 56719 плюс 23417. Плюс 19475. Плюс 15907. Минус 45117. Плюс 78908. Минус 43523. Минус 65398. Плюс 37276. Плюс 50111. Минус 73475. Плюс 29639. Плюс 40016. Равно 97709. 97709. Ну что, три примера решены. Вы на счет играли? У вас какая-то партия? Вам надо дать доиграть или... Да, нет. Да, да. Надо еще часа три нам было дать. Одно очко закончить. Хорошо, идиот. Хорошо. Ну, продолжайте, потому что теперь у Ярослава задание три полученные числа сложить и сказать нам общую сумму. Ярослав, ты готов? Готов. Отлично. Это будет 213745. Итак, решены все, но теперь уже четыре примера. Можно прервать игру на самом деле. Браво! Спасибо браво. Большое! Молодец! Спасибо. Послушайте, а вы одним мячом все это сыграли без потери? Ну, почти. Была одна потеря. Правда? То есть вы всего с одной потерей мяча все это сыграли? Да. Ну, я хочу тоже...
сказать, что я удивляюсь и восхищаюсь этой возможностью. Действительно, вы сами понимаете, что в настольном теннисе чуть-чуть отвлечься на сотую долю секунды, и уже потеряешь контроль над ударом и сразу проиграть. То, что он делает, это, конечно, для меня недоступно. Я хочу подарить ему ракетку, на которой я написал самому быстро думающему теннисисту Ярославу от трехкратного чемпиона мира по пинг-понгу Максима Шмырева. Действительно. Спасибо. Можно вопрос один? Насколько это автоматическая игра, скажем так? Можно ли отключить голову при игре в пинг-понг? Смотрите, мы доводим до автоматизма наши навыки. А когда мы уже встречаемся за столом с соперником, здесь уже идет полная импровизация. Также мы очень легко можем ошибиться. Подумаем, как посчитаем о чем-то, и в это время проиграем очко. Поэтому надо и сконцентрироваться, и в это время использовать наши навыки. Он молодец, поэтому я очень радуюсь и удивляюсь. Молодчина. Спасибо вам огромное. Молодчина. Максим, спасибо. Я ваш фанат. Максим Шмырев.